זה רציתי קודם כל לשאול מי רוצה להגיע לשמיים למלכות להיות עם ישוע. Я хотела спросить, кто из вас хотел бы быть с Иешуа в его Царстве Небесном? להלל אותו שם. Прославлять его там. ולחגוג. И праздновать. להיות עם מי שאתם מכירים או הכרתם בעבר. Были с теми, кого вы знаете или кого знали в прошлом. אפשר להרים ידיים. Если вы хотите, можно поднять руки. זה כמעט כולם. Почти все. מי מכם מוכן למות היום? Кто из вас готов умереть сегодня? יפה, גם נכון. אבל לא כולם, פחות כבר. Ну не все руки подняли, меньше. בשביל להיות היום עם ישוע ולחגוג בשמיים? Для того, чтобы быть сегодня с Иешуа и праздновать на небесах? אנחנו נצטרך למות. Нам нужно умереть. אין מה לעשות, אין פה קיצור דרך. Тут сокращения пути нет. אז כנראה כל מי שהגיע היום הוא לא מת בינתיים. И все, которые пришли сегодня, все пока в живых. ויש כנראה לזה סיבה. Есть для этого причина. גם רובנו לא כל כך רוצים למות. И в основном мы не хотим умирать. כי יש לנו דברים לעשות. Потому что у нас есть вещи, которые мы должны сделать на земле. כל מיני חלומות להגשים. Есть разные мечты, которые мы хотим исполнить. רצונות אולי. Есть разные желания. לנסות דברים, לטייל, להקים משפחה. Создать семьи, путешествовать. אז אנחנו מאוד מאוד רוצים להיות עם ישוע. И хотя мы очень хотим быть с Иешуа. אבל עדיף שזה לא יהיה היום. Но мы не хотим, чтобы это было сегодня. וזה אמת, וזה בסדר. Это правда, это нормально. אז אנחנו נתחיל קצת לקרוא בספר במדבר. И мы будем читать из книги Числа, 9 глава. פרק 9, פסוקים 18-19. 9 глава, 18-19 стихи. По повелению Господню отправляли сыны Израилевы в путь, и по повелению Господню останавливались. В то время, когда облако стояло над скинью, они стояли. А если облако долгое время было над скинью, то и сыны Израилевы следовали этому указанию Господа и не отправлялись. Можно многому научиться из того пути, который израильтяне проделали в Египте, в пустыне. הם הלכו פה בקצב מושלם. И мы видим то, что они шли идеальным темпом. כי אלוהים הכתיב את הקצב. Потому что Бог задавал этот темп. והוא החליט מתי זזים, מתי לא זזים. И он решал, когда двигаться, а когда останавливаться. לא היה להם שום אופציה לעשות משהו לבד. У народа не было никакой опции самому что-то решать. אם ממשיכים לקרוא בפרק הזה. Если мы будем читать эту главу. כתוב, לפעמים הענן עמד יום-יומיים. Написано, что иногда облако стояло один день или два. לפעמים זה שבועות. А иногда несколько недель подряд. ולא היה להם מושג. И они не знали. תחשבו 600 אלף איש. Представьте, 600 тысяч человек. Хотя на самом деле было намного больше. Приходят в определенное место. И начинают все свои принадлежности расставлять и устраивать себе быт. Нужно было разбить палатки. Нужно было разжечь огонь и приготовить пищу. Иногда нужно было животных резать для того, чтобы пищу приготовить. זה לוגיסטיקה לא פשוטה. Это непростая логистика. ותחשבו, הם רק התיישבו. И подумайте, только они вот расселись. עברו יומיים. Прошло два дня. ואופ, הענן מתחיל לזוז. И облако начинает двигаться. אז כל אחד, עוד פעם, מה עושה, מה נסגר איתו? И все тогда, наверное, начинают жаловаться, что это он так быстро, что с ним не так. לא הספקנו כלום. Мы ничего не успели. ובמחיר אחר הוא יכל, הענן עמד שם חודש, חודש וחצי. А с другой стороны, и в других случаях, облако стояло месяц-полтора. והם אמרו כזה, אוקיי, מה משעמם? И тогда народ тоже начинал жаловаться, говорил, ну что, скучно ему, что ли? אנחנו צריכים להגיע בסופו של דבר לאנשהו. Нам нужно, в конце концов, двигаться и прийти в определенное место. אנחנו מבזבזים את הזמן שלנו. Мы тратим наше время. אבל אלוהים הכתיב את הקצב. Но Бог задавал темп. הוא קבע את לוח זמנים. И он и себе составил календарь. והיה לו מאוד חשוב שזה יקרה בקצב שלו. И было очень важно, чтобы это происходило в его темпе. כי לכל דבר היה סיבה. Потому что для всего была причина. יש אנשים שהבינו את זה. И были люди, которые понимали это. מעטים מאוד.
Очень мало таких людей. Моше, Йошуа. Моше, Иисус Навин. Авдаров Лавину. Но в основном народ не понимал. И они не использовали правильно это время. Они просто плелись. И очень много жаловались. И мы уже прочитали исход 13 главу сегодня. Бог что делал? Бог знает, что Он делает. И у Него есть цель, и у Него есть причина для всего. Давайте мы прочитаем еще раз исход 13 глава, 17-18 стихи. Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли Филистимской, потому что она была близка. Ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. И обвел Бог народ дорогой в пустынной к Черному морю. И вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской. Есть причина, почему Бог не повел их короткой дорогой. Потому что если бы они пошли, то, скорее всего, никто бы не зашел в землю Израиля. Бог знал их намного лучше, чем они сами знали себя. Когда народ израильский вышли из Египта, это был первый уровень, когда народ стал объединяться как народ. Кроме того, как участвовать в строительстве, у них не было опыта ни в каких сферах жизни. У них не было никакого опыта сражаться с другими людьми. У них не было никакой организации. Они не могли понять друг друга. И не важно, о каком количестве идет речь. Если ты не умеешь управлять собой, то ты упадешь. И Бог знал это. И Он сказал, я возьму их другим путем, для того, чтобы у них был опыт. Чтобы у них был опыт в войне. Чтобы у них опыт был в управлении, в организации. Чтобы они начали понимать друг друга. И это была цель, почему Он повел их более длинным путем. И мы знаем, что этот путь в конце концов стал еще более длинным. И почему? Очень просто, из-за неверия. И они не поверили, они полностью не полагались на того, кто повел их. И из-за того, что они путь, который был им дан, прошли не настолько хорошо, то этот путь стал намного дольше. И у нас есть очень сильное влияние на тот путь, по которому мы идем. Нам нужно больше думать про свой путь, чем про цель, которую мы хотим достигнуть. Я думаю, что каждый из нас — это проект. Есть управляющим этим проектом, кем является Бог. Кто-то, который спланировал, как мы будем выглядеть. И он выстроил для нас определенный путь. И у каждого шага есть своя причина. И мы очень сильно влияем на свой собственный путь. И то, что важно, и то, что я хочу поговорить, это о важности этого пути. Возможно, нужно больше внимания уделять тому пути, по которому мы идем. Если мы это будем делать, то мы для себя узнаем много очень полезных и интересных вещей. Те вещи, которые мы уже не узнаем, когда мы достигнем этой цели. Или если мы свой жизненный путь на разные уровни разделим, то сначала мы идем в школу, в университет. А
а учитель наш — это Господь. И не всегда нам просто дается какая-то учеба, курс или школа. Но чем больше мы получаем знания, тем больше мы продвигаемся. И хороший пример для этого — это Йосеф. Йосеф – ילד מפונק. Йосеф был избалованным ребенком. Он был таким мечтателем. Он был шестерка. Он был ябедой немножко. Седер за охраючило. Это была его ответственность. Он не пас овец, как его другие братья. И, скорее всего, у него слишком много времени было свободного, чтобы мечтать. Но Бог сотворил этого человека. И он сказал: это будет правитель Египта. И какая связь в то время была? Этот человек, кроме того, чтобы спать до обеда, ничего не знал. Ему нужно было пройти курсы. Ему нужно был определенный опыт. Ему нужно было предоставить очень основательное резюме для фараона. И сам он из своего дома уходить не собирался. Потому что у него было очень наследство богатое. И, скорее всего, отец бы захотел, чтобы тот его сменил на определенном этапе жизни. Поэтому нужно было его выгнать из дома. Не только выгнать из дома, но послать его в какую-то тяжелую школу. И он оказался в доме у Потифара. Там он изучал экономику и управление. Потом он попал в тюрьму. Он прошел специальный курс, как себя вести с преступниками, со сложными людьми. Прошел различные искушения. И в конце концов он пришел туда, где он находился. Но что хорошо у Йосефа, он оценил весь этот, все эти уровни. Он говорит: хорошо, я вот сейчас нахожусь в тюрьме. Как я могу здесь продвинуться? Куда ты хочешь в тюрьме продвинуться? Сиди уже и сиди и тихо. И он говорит: я не понимаю ничего из того, что происходит. Но одно я понимаю, что это то время и то место, где я должен быть сейчас. Я попытаюсь здесь каким-то образом достичь успеха. И тогда он получил необходимые инструменты для того, чтобы продвинуться на новый уровень. И если бы он сидел и плакал, и жаловался целый день, возможно бы Бог избрал кого-то, кто больше подходит. Но он сказал: есть путь и есть цель, хотя эту цель он пока не знал. Но он решил и выносить лучшее из каждого места, куда Бог привел его. Я уверен, что 90% людей, которые здесь находятся, проходят какие-то трудности даже сейчас. И это нормально, и так должно быть. Но давайте подумаем про этот путь. У каждого есть свои аллегории, что вы считаете, что кто-то находится в лесу, кто-то в пустыне. И давайте мы научимся из Писаний, как Божий народ учился, находясь на тех путях, которые Бог дал ему. Иногда, когда мы сталкиваемся с семейными проблемами, с финансовыми проблемами, мы начинаем говорить: Господь, мне плохо. Мне очень плохо. Пожалуйста, прекрати то, что ты делаешь. И наши молитвы становятся такими: помилуй меня, помоги мне. Где ты, я тебя не вижу.
וכשהזמן הזה נמשך, и когда это время продолжается, אנחנו לפעמים מגיעים לשלב, אני אומר מהניסיון שלי, לא מכיר מה אצלכם. Мы иногда приходим на такой уровень, я говорю про себя и не знаю, как вы. כבר ניסית את כל מה שיכולת? Что ты уже попробовал все, что только мог. אז אתה אומר, טוב, לא אכפת לי מה יהיה. И ты говоришь, ой, ладно, мне уже без разницы, что будет. יהיה מה שיהיה. Будь, что будет уже. אני פשוט יישב לי. Я просто буду сидеть. ואני אחכה שמשהו יבוא. И подожду, что что-то произойдет. אלוהים יעשה משהו, בן אדם יעשה משהו. Может, Бог что-то сделает, может, человека мне пошлет какого. יבלו, יגיעו, יקלו לי את הבית, מהבנק, לא יודע. Может быть, у меня банк мою квартиру заберет, не знаю, что уже будет. מה אני כבר יכול לעשות? Что я уже могу сделать? אבל אם אנחנו נחשוב שאנחנו הגענו למקום הזה, כי יש לזה סיבה. Но если мы подумаем, что каждое состояние в нашей жизни, для этого состояния есть причина. И мы действительно, каждый из нас являемся проектом, который очень тщательно спланирован был. И проект этот не может быть бесконтрольным. Так же, как история Иова. Сатана пытался делать различные вещи с ним. И он сделал только то, что Бог допустил ему делать. И все, что происходит, неважно, насколько оно плохо, все находится во власти и в допустимости Бога. Если мы подумаем об этом факте, возможно, мы сможем немножко успокоиться и быть более уверенными на нашем пути. И я хочу, чтобы мы открыли сейчас книгу к евреям. 12 главу. Пасук 1 и 2. Это пасук? 1 и 2 стихи. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будет проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иешуа, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия». Как я сказал уже, мы — это проект. אנחנו הולכים בחיים שלנו. Мы двигаемся в нашей жизни. יש איזשהו ענן של עדים שמסתכל עלינו. И есть облако свидетелей, которое смотрит на нас. מעודד. Которое ободряет нас. מנסה לזרוק איזה מילה לאלוהים. Которое пытается за нас сказать какое-то слово Богу. וכתוב פה, ברוסית כתוב פרידיום, בעברית כתוב נרוצה. И хотя на русском здесь написано, что мы будем проходить приближающее нам поприще. На иврите написано «мы пробежим». Наруца — это мерутс. Мы пробежим этот путь. Этот, как на русском, когда бегут спортивные? Мы пробежим эту дистанцию. Лама рацим мерутс? Зачем нам бежать этот забег? Для того, чтобы в конце победить. והוא כתוב, אני מבין שיש סבל מסוים. И он написано здесь, я понимаю, что есть определенное страдание. אבל הציפייה שלי מכם. Но мое ожидание от вас. שאתם תרוצו. Чтобы вы бежали. לא תלכו. Не шли спокойно. לא תסחלו. Не ползли на этом пути. לא תשנו בדרך. Не в развалочку засыпали. תרוצו להשקיע. Чтобы כוח, вы צריך להשקיע בכוח. Бежали, чтобы вы применяли силу. ואתה אומר, איך זה בכלל אפשרי? כל כך רע לי. И вы думаете, как это вообще возможно, когда мне и так плохо? אני על סף דיכאון, אני כבר על תרופות. Я уже психотропные лекарства принимаю, чтобы из депрессии выйти. ואז בפסוק 2. И тогда во втором стихе написано. כתוב בהביטנו אל ישוע. Написано, взирая на Иешуа. מכונן האמונה ומשלימה. Начальника и совершителя веры. בכלל לא תלוי בך. Это все зависит вообще не от тебя. אתה בכלל לא יכול לעשות שום דבר. Ты вообще ничего не можешь сделать. אבל אם אתה תביט על מי שכן יכול לעשות. Но если ты будешь взирать на того, кто да, может это сделать. ומוכן לתת לך ולעזור לך להאמין. И может дать тебе и позволить тебе верить. אז כתוב שאתה יכול לרוץ. Написано, тогда ты можешь продолжать бежать. כי לבד אתה לא יכול לעשות שום דבר. Потому что сам по себе ты не можешь делать ничего. אבל זה כמו אותו נחש במדבר. Но это как тот же медный змей в пустыне.
היית צריך להסתכל ולהאמין. Нужно было бы на него посмотреть и поверить. ואיכשהו להשקיע, לגרור את עצמך לאותו נחש. И каким-то образом просто себя привести к этому змею. תחשבו, נחש עמד באיזה מקום. Подумайте, что в определенном месте стоял этот медный змей. יש מסביב מיליון אנשים. И вокруг вас, вокруг было много народу, миллионы. צריך לפלס דרך, להשקיע, איכשהו להגיע, להסתכל, לראות, לגע. И нужно было пробраться и посмотреть, увидеть. אבל ההבנה הזאת שהוא המקור, זה מה שעוזר לנו. И это понимание, что он источник, и там в нем мы можем найти помощь. בכתובים כתוב, אלוהים זוכר אותנו. Написано, что Бог помнит нас. ומברך אותנו. И он благословляет нас. והאויב אומר, אף אחד לא מכיר אותך. И враг нам постоянно нашептывает, что никто тебя не помнит и не знает. למי אכפת בכלל מהבעיות שלך? И кому вообще интересны твои проблемы? אבל אני אומר, זה הזמן וזה המקום. Но я могу сказать вам, что это время, это место. ולא רק שהוא זוכר אותי. И не только он меня помнит. יש לו אינטרס. Но у него также есть и интерес. הוא גם מוכן לעזור. Он готов помочь мне. אנחנו נקפוץ ליעקב אחד. Я хочу, чтобы мы открыли Иакова первую главу. Со второго по пятый стих. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас не достает мудрости, то бросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. И сейчас мы откроем Римлянам 5 глава с 3 по 5 стих. «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в нас, в сердца наши Духом Святым, данным нам». אוקיי, ויש לי שאלה. У меня вопрос. האם יעקב ושאול מזוכיסטים? Был ли Яков мазохистом? יעקב ושאול מדברים פה, וואלה, בא הסבל? Яков говорит, приходит страдание. וזה כיף וזה טוב. И вот вы должны радоваться, это очень классно и хорошо. אז אוקיי, אולי אתם לא בסדר בראש, אני בסדר, אני מבין שרע לי. И может быть вы считаете, что у меня с головой плохо, только так у меня хорошо. Я понимаю, что мне сейчас плохо. Когда мне болит, когда мне плохо, я не могу радоваться. Я не могу применять терпение. Я хочу, чтобы это поскорее все закончилось. Мы знаем, что Яков и Шауль прошли очень много различных вещей в своей жизни. Возможно, они понимают чего-то, чего я не понимаю. Возможно, у них какая-то им тайна была открыта. И они действительно просто получают удовольствие от всех этих страданий. Но как это может быть логично? Яков и Шауль понимают важность этого пути. Если я сосредоточусь на самом пути, דברים הולכים לקרות. Тогда будут происходить вещи. אנחנו רואים עוד פעם. הוא מדבר על שמחה בניסיון. И мы говорим... שמחה תוך כדי ניסיון. То есть мы говорим про радость, когда мы проходим испытания. שכתוב הרי הבוחן של האמונה שלכם. И мы знаем, что содержание нашей веры מביאה לידי סובלנות. И от веры происходит вера приходит терпение. От веры происходит терпение. Лама? Почему? Леман тиуш лемим. Для того, чтобы вы были совершенными. Псада? Ибо нахну товлану, кефлану. Если нам хорошо и у нас все отлично. Малекесев. У нас много денег. Эн бая бамишпаха. Нет никаких проблем в семье. Аколь тов, кулам ломдим. Все учатся, все хорошо. איך אני יכול להתפתח במצב הזה? Как я могу развиваться в таком состоянии? אני נהנה, טוב לי, כיף לי. Мне, я просто получаю удовольствие, мне хорошо. חוץ מלהגיד תודה פעמיים ביום לאלוהים, אני לא צריך יותר מדי לזה. Кроме того, чтобы раз-два в день сказать Богу спасибо, мне, в принципе, больше не нужно ничего.
אני לא צריך לפתח את הסובלנות שלי בזה. Мне не нужно развивать моё терпение в такой ситуации. אני לא צריך לפתח את האמונה שלי, כי אני רואה הכל, יש לי שפע. Мне не нужно развивать мою веру, я всё вижу, у меня всего предостаточно. בגלל זה אנחנו צריכים תהליך של ההליכה בשביל. Поэтому нам нужен этот процесс, когда мы идём по нашему пути. אף פעם לא יהיה לנו תקווה במקום שהוא נוח. Никогда у нас не будет надежды вместе, когда нам хорошо. И когда нам хорошо, то мы не зарабатываем опыт. И поэтому проходимый нами путь очень важен. И опыт и дорога — это важные вещи. Это способы достижения нашей цели. Невозможно достигнуть цели без того, чтобы вы вкладывали в этот процесс. И невозможно обойти какие-то подводные камни. Шауль и Яков, они проходили этот путь в своей среде обитания. И у врага вообще на них сил не оставалось. Потому что какие способы против нас может применить враг? Есть один способ, который может нас сломить. Это страх. Страх неизвестности. Я сейчас нахожусь в проблеме. И я совершенно не знаю, какой выход из этой проблемы. Я понимаю, что вообще нет выхода. И это меня приводит в давление. И я начинаю делать ошибки. Но если нет страха, есть что-то, что приходит вместо этого страха. То, что было у Шауля и у Якова. У них была надежда и вера. Эти два способа полностью уничтожают, эти два составляющих полностью уничтожают страх. Когда ты веришь во что-то, что ты не видишь, но ты веришь, что все будет хорошо. Из-за того, что ты знаешь своего Бога, и ты прошел с Ним определенные вещи, ты можешь сказать, я ничего не понимаю, но я верю, что это в твоих руках, и у меня нет никакого страха. И это в теории очень легко говорить, мы все сидим как в классе. Потому что человек, который боится, это человек, который не верит. Если он поверит хотя бы немножко, тогда это уничтожит у него всякий страх. Это очень сухая информация, это теория. Но я не вижу другого способа, как объяснить вам это. Или если у тебя есть надежда, и ты знаешь, что где-то впереди стоит кто-то, и он обеспечивает все тебе необходимое. И мы в основном здесь взрослые люди. И мы уже прошли, имеем какой-то опыт в нашей жизни. Мы уже знаем, как Бог действует. Как народ израильский, который видел столько много чудес. Но иногда просто у него была память рыбы. У нас тоже иногда такая память. Просто было вчера, а мы уже забыли. Мы как бы знаем, что он нам сделал. В финансовых испытаниях. В различных болезнях. В проблемах семейных. Мы знаем, как он это делал, и это неестественно. Если мы продолжим думать и делать, как делал Давид, когда он знал, что ему очень плохо, он сидел в этом месте, когда он и убежал от Саула, и он не знал, что происходит. Тогда что он сделал?
Он говорит, я буду вспоминать о том, что ты делал мне, Господь. Есть ли зман пануй? У меня очень много свободного времени. Кол олам ваахота ротфим ахарай? И весь мир гонится за мной. Аз ани шев, ани ахшов. Я буду сидеть и думать. Ани захер шасите ли аз, васите ли аз, васите ли аз. Я вспомню, что ты делал мне тогда и тогда. ואז, בדיוק הדבר הזה, ילים לו את הפחד. И тогда это то, что его мысли, о чем он думал, вспоминал, это унесло всякий страх. כלומר, אני יודע איך אתה פועל. Потому что он вспомнил, как действует Бог. ואמונה ותקווה מלמים את הפחד. И надежда и вера убирают страх. אז זה למה יעקב ושאול היו שמחים בדרך. И это почему Яков и Шауль радовались на своей дороге. הם ידעו בדיוק מה הולך. Они знали, что происходит. והם השקיעו בזמן הזה להכיר את הסביבה הטבעית שלהם, שזה הבעיה. И они уделили время для того, чтобы понять, что происходит вокруг них. והיה להם מין התרגשות וציפייה אל מה שהולך לבוא. И у них было волнение и ожидание того, что должно произойти. והם אמרו כזה, וואו, אלוהים, אני ממש בברוך. И они говорили, и было время, когда они говорили, я совершенно сломлен. אבל וואלה, אני ממש מתרגש לראות איך אתה הולך להוציא אותי מזה. Но я очень радуюсь, я в таком ожидании посмотреть, как ты меня будешь оттуда вытаскивать. אמרו, אלוהים, בוא נראה אותך, כי אני לא יכול לעשות שום דבר. И могли сказать, увидим, Бог, я хочу увидеть тебя, потому что я совершенно не знаю, что делать. ובזמן הבעייתי הזה הם הלכו ובישרו ולימדו וכתבו. И в это время, проблемное время, они писали, они благовествовали, они проповедовали. הם התפללו. Они молились. איך זה הגיוני בכלל? И как это, насколько это может быть логичным? לי לפעמים כשרע לי, פשוט בא לי שהיום הזה יעבור. Мне иногда, когда плохо, я только и жду, чтобы этот день ужасный поскорее закончился. שיבוא כבר מחר, אולי שם יהיה משהו. Чтобы завтра уже пришло, может быть, завтрашний день будет лучше. אבל הם בחרו להיות פרו-אקטיביים. Но они решили быть проактивными. להיות פרו-אקטיבי זה לתכנן את מה שאתה נמצא בו עכשיו. И быть проактивными, это значит планировать тот день, в котором ты находишься. И если я нахожусь в лесу, и тут страшно и темно, тогда я буду сидеть и смотреть вокруг, что интересного я смогу найти. Возможно, будет еще один человек, который находится в таком положении, я смогу ему помочь. И я введу Бога чаще в свое расписание. Я действительно захочу больше молиться, когда мне плохо. Но вместо того, чтобы, может быть, говорить, смилуйся надо мной, помоги мне, спаси меня, я буду говорить, открой мне, что ты делаешь, покажи мне. Покажи мне какую-то тайну, которую я не увидел до этого. Если мы поймем, что это пройдет, когда Бог решит, чтобы это прошло, тогда можно использовать это время. И с намного большей пользой. כי כשרה לנו, כל אחד יכול להשפיע על התגובות שלנו. Потому что, когда нам плохо, каждый может оказать влияние на наши решения. הילדים מעצבנים, הבוס מעצבן. И наши дети нас раздражают, и наш начальник нас раздражает. אנשים שנוסעים ברחוב מעצבנים. И люди, которые просто по улице едут, идут, нас раздражают. ואני מעצבן את כולם. А я раздражаю всех. ויש מילה טובה באנגלית, שזה אחריות. Есть на английском хорошее слово, которое... Ответственность. На английском это слово, оно сделано из двух, составлено из двух слов. Response and ability. Это ответ и это способность. Это способность реагировать. Ты решаешь, как ты реагируешь. Никто в твоем окружении не может на тебя повлиять, чтобы повлиять на твою реакцию. Но когда нам плохо, мы становимся реактивными людьми. React to react, или агив. Мы начинаем реагировать. И реагировать плохо. וחלק מהחזון של אותה הדרך, и часть видения того пути это быть проактивными. Нам нужно лучше подготавливаться, потому что нам плохо. Где Бог находится в этом дне?
ופשוט להכניס אותו לכל דבר. И нам нужно его больше впускать в нашу жизнь. ולהיות אחראי לדרך. И быть ответственными на нашем пути. לא להגיד יהיה בסדר, זה שיטה מאוד ישראלית, יהיה בסדר. Не говорить, ну все будет хорошо, это очень такой израильский способ сказать, да все будет хорошо. אבל לקבל החלטות ולהכניס אותו להחלטות האלה. Ну принимать решения и впускать Бога в наши решения. נקפוץ לתהילים. Я хочу, чтобы мы открыли псалмы. 84. 84. ברוסית זה 83. 83 псалом на русском. 6 и 7 стих. Блажен человек, которого сила в тебе, у которого сердце и стези направлены к тебе. Проходя долину плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Красиво сказано. Это овер бэмэк абаха. Ты проходишь долиной плача и открываешь в ней источники. И 8 стих. Приходят от силы в силу, являются перед Богом на Сионе. И не только открываются тебе источники, которые твое тело двигают вперед. Но ты изменяешься от силы в силу. Что это значит? Ты становишься более сильным. Как в том месте, где нам плохо, можно еще и укрепляться. ולגלות שכל מיני מקורות מעניינים. И открывать различные интересные источники. אבל אם אנחנו נבין שכך אלוהים פועל ולא אחרת, но если мы поймем, что Бог действует так и не по-другому, אנחנו נתחיל לחפש את המקורות האלה. Мы начнем искать эти источники. לפעמים משהו אולי על טבעי. Возможно, иногда что-то сверхъестественное. התגלות, התקרבות לבורא. Откровение, приближение к Создателю. אם אנחנו נקח את הדרך והשביל ונהפוך את זה למטרה שלנו. Если мы наш путь и превратим в нашу цель. אנחנו יודעים שיש סוף. Мы знаем, что в конце концов будет какой-то конец. גם סוף לבעיה הזאת. И конец этой проблемы. גם סוף לחיים שלנו. И конец нашей жизни. כולנו נמות. Все мы умрем. יהיה שמח. Все будет хорошо, радостные все будут. וחגיגות. Праздник устроим. זה יבוא מתישהו. Все равно это будет когда-то. מה יש לנו לחשוב על זה? Что нам думать об этом? Мы пока далеки от этого. Но если мы возьмем это положение и скажем, Господь, на сей раз я хочу пойти по-другому. Кто первый, который отреагирует на это предложение? Это будет враг. Скажешь, что это ты делаешь? Не-не-не, тебе нужно страдать и плакать. Ты мне сейчас проблемы начал приносить. Он будет тогда больше вкладывать в ваш путь. Но если мы скажем, я в этой проблеме буду вести себя по-другому, я хочу увидеть те вещи, которые ты спрятал меня в том лесу или в той пустыне, когда Иешуа был в пустыне, что он там 40 дней делал? Он молился. Он постился и молился. Он не сидел на камне и плакал, жаловался. Но без вот этого периода 40-дневного в пустыне он не смог продвинуться на другой уровень. Он не мог спасти мир и оказать влияние на людей без того, чтобы он сначала прошел эту 40-дневную пустыню. И он приблизился к Богу, он приобрел опыт. И что в конце концов произошло? Он победил, и ангелы стали служить ему. И написано, что он наполнился силою и приступил к своему служению. Если мы пройдем путь так, как Бог ожидает от нас, то нас в конце ждет победа. Я хочу поделиться с вами двумя вещами, которые я получил в молитве.
תוך כדי מצבים מסוימים. Во время различных ситуаций в своей жизни. וגם כן התחלתי להתפלל וראיתי מין תמונה כזאת. И я начал молиться, я увидел такую картину. זה באר של מים. Это колодец с водой. ממש עמוק. Очень глубокий. אם אנחנו נופלים מתוך באר, если мы падаем в такой колодец, אי אפשר לצאת משם. Оттуда уже пути обратно нет. אז אמרתי, אוקיי, אני בתוך באר. Я сказал, ну хорошо, я сижу в колодце. איך אני יכול לצאת משם? Как я могу оттуда выйти? אי אפשר להתאפס, אי אפשר לעשות שום דבר. Невозможно вскарабкаться, невозможно ничего сделать. אבל אמרתי, אם מישהו יעבור ליד הבאר, но я сказал, если кто-то пройдет мимо этого колодца, הוא יכול לזרוק לי חבל. Он может бросить мне веревку. И тогда меня вытащит оттуда. Тогда я почувствовал внутри себя, я, что это нехорошее решение. Хотя почему нет? Он меня вытащит, я продолжу идти. Потому что я ожидал, что придет человек, бросит мне веревку и меня вытащит оттуда. А, Меска, я получил, что мое решение это нехорошее. Так что вало дерех. Бог сказал, подумай про другой способ. Это был период, когда в Израиле были дожди. А замарти, окей, если от район. Я сказал, ну хорошо, тогда у меня другая идея. Мам ем абул. Вдруг сейчас начнется сильный дождь. וזה ימלא את הבאר. И он полностью наполнит колодец. יתמלא לאט לאט לאט. Потихонечку колодец будет наполняться. ואז אני אצא החוצה. И тогда я выплыву и выйду из колодца. פה אני צריך משהו על טבעי. Здесь мне нужно что-то сверхъестественное. וגשם זה הברכות שלו. А дождь это его благословение. אז הוא אמר לי, כן, זה נכון. И он сказал, да, это путь правильный. הציפייה שלנו לפעמים לתמוך באנשים היא רעה. Наше ожидание, когда мы очень сильно ожидаем что-то другого человека и надеемся на другого человека, это неправильно. כי הפתרון תמיד אצל אלוהים. Потому что решение это от Бога. הוא תמיד מראה מה הדרך. Он всегда показывает нам путь. Я хочу, чтобы мы открыли Псалтырь. 61 со 2 по 6 стих. На русском 60 Псалом со 2 по 6. «Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей. От конца земли взываю к Тебе, в уныние сердца моего. Возведи меня на скалу для меня недосягаемую, ибо Ты прибежище мое, Ты крепкая защита от врага. Доживу я вечно в жилище Твоем и покроюсь под кровом крыл Твоих, ибо Ты, Боже, услышал обеты мои и дал мне наследие боящихся имени Твоего». Написано, мы понимаем, что автор находится здесь в сложной ситуации. И он знает, кто его Бог. И он хочет взойти на гору. И взойти на гору — это не то, что ты закрыл глаза и просто оказался на горе. Тебе нужно трудно подниматься туда. Тебе нужно приложить усилия. И автор псалма знает об этом. Он говорит, я хочу взойти на вершину горы. И я сам не могу это сделать. Но я хочу быть там. אז הוא מבקש מלים לעזור לו. И тогда он просит у Бога помочь ему. אבל עצם זה שהוא רוצה להגיע לשם. Но то, что он хочет прийти туда. זה אומר, אני מוכן להשקיע את מה שצריך. Он знает, что он должен делать то, что Бог ему приготовил. אני מוכן לעשות את הצעדים שנדרשים ממני. Он говорит, я готов делать те шаги, которые требуются от меня. ולעלות הרים זה לא כזה קל. И взбираться на гору это не настолько легко. אבל לפעמים זה שווה, כי יש נוף יפה. Но иногда это очень того стоит, потому что есть потом прекрасная панорама. אני לא יודע מי פה עשה ניווטים. Я не знаю, если кто занимался скалолазанием. Навигация. Когда ты видишь гору, ты говоришь, мне нужно пойти туда.
אז אני מתאפס את ההר. Я взбираюсь на гору. וסוף-סוף אתה מגיע. И в конце концов ты туда приходишь. ואנשים בעלי ניסיון מה רואים? И то, что видят опытные люди. מי אמר את זה? Кто сказал еще одну гору? כן, ומה הבעיה בהר-הבא? И какая проблема в следующей горе? שיותר גבוה. То, что она выше предыдущей. אז אתה אומר, אה? И тогда ты говоришь, что это такое? Хорошо, я продолжаю идти. И тогда ты ко второй горе подходишь. И что ты видишь? Еще третью гору, которая еще выше. И есть очень много вокруг тебя таких гор. Но если ты не будешь продолжать пытаться, ты в конце концов не придешь, не попадешь на эту самую высокую гору. И ты хочешь туда попасть. Но все эти маленькие горы, которые были до этого, это как такие остановки, чтобы ты в себя пришел. Когда ты пришел на эти маленькие горы, ты не достиг своей цели. Но ты дошел до тех мест, где можно остановиться и отдохнуть. Бог пошлет тебе людей и ангелов, которые помогут тебе. Но если ты не поймешь, что перед тобой еще путь, которым ты должен продолжать идти, ты останешься там. Когда ты ходишь десятки километров, и тебе уже тяжело, и ты приходишь на маленькую гору, ты садишься там, ты можешь потерять твое время, потому что твои мышцы ослабнут, и ты не захочешь больше продолжать. Но у Бога всегда есть больше. И нам нужно быть горячими, как написано в Откровении. И нам нужно стоять на страже. Еще одну картину я покажу вам быстро. Это тоже я то, что видел в одном из своих молитв. Баба-хур эхад. Приходит один парень, такой молодой, как мальчик. Ему надоело, и он хочет, подошел к царю, чтобы попросить у него много разных вещей. В таком большом зале этот мальчик подходит с опущенной головой. И он ничего не сказал. Он пришел, чтобы попросить, но у него уже сил не осталось. Он увидел огромного царя, который сидит на троне. И он говорит, ну что-то здесь будет. Я попросил, чтобы мне нарисовали эту картину. И этот царь, вместо того, чтобы серьезно отнестись к своему пришельцу и сказать ему, что ты хочешь, он спускается с трона, он преклоняет колено и протягивает ему руку. И мальчик подумает, ничего себе. Окей, זה אלוהים שלי. И такой наш Бог. הוא מודע להכל. Он все знает. הוא מוכן לעזור. Он готов помочь. האם אני מוכן להיכנס? Готов ли я зайти в его помощь? להתקרב, לבקש. Приблизиться к нему и попросить. כמו אותו סיפור עם אסתר. Как в том же рассказе с Эсфир. В конце концов, ей нужно было сделать этот шаг и подойти к царю. И эта встреча могла быть страшной и опасной. Но это не было, в конце концов, страшным. И он увидел ее и сказал, да, заходи, что ты хочешь. Она даже этого не ожидала. Он сказал, заходи, скажи, что ты хочешь, все будет хорошо. Но это было после того, как было три дня поста и молитвы. И желание, и подготовление. В конце концов, она сделала этот шаг и пошла к царю.
אבל אנחנו יודעים מי המלך שלנו, מי אלוהים. Но мы знаем, кто наш царь и кто наш Бог. מה היכולות שלו. Какие его возможности. מה האופי שלו. Каков его характер. אבל אם אנחנו רק באמת יודעים מי הוא, לפעמים אנחנו לא משקיעים מספיק בלדעת אותו. Но это происходит только тогда, когда мы знаем, кто он. Часто мы не прилагаем усилия познать его. כי אם אנחנו לא נשקיע את הזמן והמעצים, יש את האויב שישקר לנו על האופי של אלוהים. Потому что если мы не приложим достаточно времени и сил, чтобы познать Бога, то будет всегда враг нашептывать нам про него всякую ложь. И я хочу завершить с местом Писания из Исаии. Исаия, 44 глава. 43 глава. Из Исаии. С 16 по 20. Так говорит Господь, открывший в море дорогу, в сильных водах стезю, выведший колесницы и коней, войско и силу. Все легли вместе, не встали, потухли, как светильня, погасли. Но вы не вспоминаете прежнего, и о древнем вы не помышляете. Вот я делаю новое, неужели же оно явится? Неужели и вы этого не хотите? Я проложу дорогу в степи, в реки и в пустыне. Полевые звери прославят меня, шакалы и страусы, потому что я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ мой. Ну, בשביל להגיע לכל זה, для того, чтобы прийти ко всему этому, אנחנו צריכים להבין, זה האלוהים שלנו וזה היכולות שלו. Нам нужно понять, что это наш Бог, это его возможности. אחד שיכול להביא מים במדבר, тот, который может принести воду в пустыне, לסלול דרך איפה שאין דרך בכלל, может проложить путь там, где нет пути. לא יש פתרון. У него всегда есть решение. Нам нужно искать его решение, не свое. И тогда мы можем пройти этот путь и радоваться на этом пути. Потому что мы можем увидеть те вещи, которые мы в конце еще не видим. Я хочу предложить вам подумать об этом и попытаться. Спасибо.